я утром выхожу из отеля, и вот такая вот стилизация под старинные постройки, маленькие-маленькие домики. А вот здесь магазин ковров с таким забавным человеком, не успел его снять, убежал он, вот он, my friend, прячется от меня. Ну, потому что я мертвого заебу, это понятно, это все знают. Oh, my friend. Hello. Hello. We are in Turkey, in Istanbul. Istanbul. Istanbul, но Константинополь. И это прямо центр. Вот такой забавный. Забавные старинные дома. Полуразрушки. Маленькая улочка, это самый-самый центр, район Султан Ахмед. Ну, прогуляюсь, что здесь такое интересное. Есть маленькие отельчики. Кто бы знал, отель Султан Хилл. Я скажу так, Стамбул – это милота. Стамбул – это милота. Еще раз, Стамбул – это милота. Честно, по Султан Ахмед я нашел магазин тюбетеек забавных. Ну, прикольно. Может быть, даже я сейчас посмотрю и что-нибудь прикуплю себе, такую тюбетейку. Я уж извиняюсь, что я включаю вот этот сюжет. Абсолютно чистый общественный туалет в самом центре Стамбула, на площади Султан Ахмед. Ну, даже не в этом дело. Вот что цена одна турецкая лира, что составляет 8 рублей. А у нас сколько? Идя к Сулеймания, необходимо нужно пройти через... Гранд-базар, вот вход на него. Здесь 6000 магазинов, говорят. Набито китайскими подделками, дешевым золотом и прочей ерундой. Ну, будет время, тогда зайдем. Лира. Местная опрашка, Гранд-базар. Вот. Есть интересные магазины здесь, на Гранд-базаре. Например, этот магазин, который полностью посвящен заклепочному мастерству. Всякие заклепки и автоматы для них. Тяжелая, неказистая жизнь народного артиста. Достаточно долгий путь по рынку. И вот мы уже у великого Сулеймания. А вот здесь смотровые площадки. Сейчас мы сюда пойдем, тоже будем фототься. Вот она, Сулеймания. Thank you.
Привет. Это у нас третий день в Стамбуле. Но мы уже много успели. Мы сегодня пошли в Сулейманье. К сожалению, понедельник, и могила Сулеймана и Хюрем, она закрыта. Ну, может быть, придем сюда завтра. А пока мы сидим, пьем турецкий кофе. Ваше здоровье. И наслаждаемся шикарными видами на Золотой Рог, Галатская башня и выход в Босфор. Сейчас мы вошли в крытые лавки Гранд-Базара. Чего здесь только нету. Да. На самом деле интересует не товар, а вот сама атмосфера того, что здесь происходит. Вот эти росписи, коридоры. Есть тысячи магазинов. Вот здесь золотые ряды, парфюмы, монеты. А это обменный пункт, здесь можно купить монеты инвестиционные. Золото, бриллианты. Вот почему-то Рахат Лукум. Вот такой магазин ламп. Среди всего этого дерьма, которое здесь продается, есть, конечно, очень интересные аутентичные магазины, которые торгуют настоящими коврами. Я просто обязан это снять. Путешествие по Лалели. Внезапно нашли кафе, которое делает и мидии с рисом, с начинкой, и кокоречи. Вот он, кокоречи. Сейчас закажем, попробуем, что это. Вот такую вкусняшку мне делают. Это называется кокоречь. Бараньи кишки. И мидии. Ну, надо, наверное, его сделать вот так. И попробуем. Вот это вот шикарный обед. Мидии и кокоречь в доме Арады обошелся на 26 турецких лир. Ну, 2,5 евро. Вот это вот то самое мясо в горшочке, которое подают, разогревают и потом разбивают горшок. Горшочки, рыба есть. В поисках магазина тканей для наших новых кресел мы нашли офигенную совершенно мечеть, это мечеть Шехзаде. Где-то вот здесь в районе должны быть магазины ткани для мебели, будем искать. Вот она, мечеть Шехзаде. Огромная, величественная. Это не туристическое место. Тихо-тихо, хорошо, как здесь. А на самом деле вот здесь похоронен Мустафа Паша и Эшей Султан. Я не знаю, может быть, это тот самый Мустафа, сын Сулеймана. И вот вид на прощание с мечетью Шехзаде.
Кажется, мы нашли. Глупая женщина на видео говорила о том, что это место между мечетью Шехзаде и акведуком. Но оказалось, что она, проходя мимо мечети Шехзаде и минуя акведук, вот, находятся вот эти вот оптовые магазины тканей. Ну, пойдем сюда, посмотрим, что здесь такое есть. Не-не, вывеска соответствует видео. Посмотрим сейчас. Не буду ничего утверждать, но кажется, шоу начинается. Вот они, мебельные ткани. Сейчас будем спрашивать. Вот здесь еще магазин ткани для обивки. О да, здесь выбор есть. Есть из чего выбрать. Это для мебели ткани? Ткани, маски. Да-да, сейчас. Вот это все магазины мебельных тканей. Просто огромнейшие развалы. Мы сейчас на самом нижнем этаже, а этажей три. Например, вот эти ткани стоят $5 за метр. One meter. Сколько? 380 лир, окей. Я нашел ткань своей мечты. Но, к сожалению, она светлая. Темные есть, но заказ. Увы. Вот она, шикарная. Еще одно чудесное извращение. Вот тогда придется делать весь интерьер в османском стиле. Вот так. Или чуть темнее, в желтоватом. Алена, вот такую еще нашли. С кошками. О-о-о. Да. Ну, смотреть нужно, что нам нужно. Офигенные вещи. Это гобелены. Это велюр, да, вот это вот? Шанил. Кстати, да. Она очень светлый. Я покупаю этих тигров, пропади все пропадом. Но они так настолько мне нравятся, вот эти тигры. Мы сбили цену на 25%. Ну, в принципе, нормально. Почти 6 метров на кресло с большим запасом. Может, даже на подушечке останется. Мои тигры. Закупили в ткани. Непонятный для нас дизайн, но интересная и хорошая, интересная штучка. Мы сейчас едем в наш отель, Саба-отель Султан Ахмед, на стамбульском такси. Практически вдвое дороже, но что-то агрегатор не дает нам поймать. Сейчас поедем вдоль набережной. Ну что, Ален, крутые у нас тигры? Да. Ну и хорошо. Все, едем. Я просто обожаю теперь Стамбул. Это мой город. Зашли поужинать. Алене повезло. Как всегда, Алене повезло. У Алены все кипит, шкварчит. Еще остывать будет минут 30. Ну, это тебе не наша столовка. В районе Богатырского проспекта. Замечательный наш район, Султан Ахмед. Площадь Султан Ахмед, и вот она, Святая София. А здесь сразу же вид на голубую мечеть. Очень интересно, она как раз вот с таким полумесяцем с османским над собой.
третий раз подходим к Шарифие. Один раз просто посмотрели, второй раз, это был понедельник, и входа не было. Вот сейчас будет еще одна попытка. Мы спустились в метро Стамбула. Тяжело разбираться. Вот такие вот антивандальные вагончики. Попробуем поехать. Ну чего, метро Стамбул. Едем на север, небоскреб Сапфир, на смотровую площадку. Мы переезжаем в бухту Золотой Рог. Вот такая красота. Едем в направлении Сапфировой башни. А вот это уже с другой стороны. Ну, поехали.